Вот, дорогие земляки, я стою на перекрестке Казбек-Би-Абая. И хочу перейти дорогу. Как и мяту. Как и мату областному. Бывший обком партии. Вот такая вот картина здесь. Мы видим с вами. Давно я здесь не был. Конечно, есть вот изменения. Оформление, видите, какое-то симпатичное сделали. Цветочки. Ну, конечно, уход сделали до минимума, чтобы здесь слишком много тут цветов. Тут всего лишь тут несколько таких кустиков тут. Хризантемы. Вот. Такие вот более-менее экзотические. И вот, видите, как вот оформили. Тут сидит дамбрист из растений. Или это искусственное, наверное, растение. Это его оформили. Или вот эти танцовщицы. Видите, как. А здесь огоньки тут, как говорится, световой фонтан тут, можно сказать. Так вот сделали. Вечером здесь очень красиво. Все тут сияет, светится. Вот. Ну, мы с вами пройдем днем. Там вон кувшин. Якобы из кувшина вон цветы пролились. Тут газон сделали так с лучами. Часть подстригли, часть оставили газончик. Ну и сейчас вот на таком вот мраморной крошке вот так вот выкладывают, чтобы не возиться с сорняками. Да, это просто вот такой вот красивый сделан. С узором тут вот. Вот так вот. И мы подходим с вами к памятнику, к скульптуре Жамбыла Жабаева. Тот, что, который стоял на базарной площади. Раньше вот на площади Жамбыла была, на зеленом базаре. Это тот же самый вот этот памятник. Мы его подреставрировали. Он уже сколько лет. Сюда вот его переместили. Но я съемки делал уже раньше. Так вот он выглядит. Намного ниже тут сейчас он стоит. Там он стоял два раза, наверное, выше. На постаменте. Или полтора раза где-то так. Вот. Жамбыл написано на латинице. Потихоньку переходит Казахстан на латиницу. Не сразу, но вот так вот. Где вывески, где эти таблички, указатели там этих улиц уже на латинице пишутся. В основном еще кириллица. В печатных там изданиях. И учебники, и в школах. Ну, когда-то перейдут, наверное. Тут такая вот красивое оформление, Тарас. Сыкты, Калам. Люблю Тарас. Люблю Тарас, да? Город Тарас.
тут уже на казахском написали. Ну, тоже мы видим, что это на кириллице написано. Где-то там вот возле этого кинотеатра «Казахстан», там на русском языке «Люблю Тарас». Ну, там не слово «люблю», просто «сердце» и «Тарас». И тут вот тоже, то мы слева смотрели, композиция была там, «Домбрист». Вот здесь копия, можно сказать. Может быть, только цвета разные. Вот. Видим. Такое оформление. Из растений. Ну, конечно, это искусственное мы видим. Там вот цветочки, как юбки у танцовщицы. Там есть вон букет, по-моему, естественных цветов, а это в основном это искусственно. И сам домбрист тоже в одеянии. Искусственное покрытие. Ну, тут, конечно, вам видите, фотографируется. Молодежь особенно нравится здесь делать фотосессию. А погода сегодня очень хорошая. Это, считай, уже конец октября. Погода прям, можно сказать, летняя. Люди вот по привычке одевают вечером теплые вещи, а в общем-то жарко. Наверное, многие жалеют, что оделись тепло, как вот я. Вот. Хризантемы. Ну и здесь вот мы видим, это одна из сторон улиц, бывшая советская, сейчас Казыбек-би. Там он выставочный зал, там также архив в той стороне, вот, библиотека. Также и школа имени Горького туда.